Hello, народ, с вами Кекси Винтер, и сегодня, ребят, я хотел бы проверить сайт под названием rbx3.com. Да, ребят, вы мне обязательно скажете, Винтер, этот сайт уже миллион раз все проверяли, и он рабочий. Да, ребят, я сам знаю эту информацию, но поскольку в новом обновлении Роблокса сделали так, что теперь Робоксы с группы выводить нельзя, да, то есть не можете просто так выдать человеку из группы Робоксы, вам нужно, чтобы он находился в ней 2 недели, и сайт там просто масштабно обновился. Нет. Сегодня я хотел бы все-таки проверить, кидают они сейчас, или же они все же остались такими же некидалиями. Что ж, присаживайтесь поудобнее, ставьте лайкосики, но мы начинаем. И сейчас просто посмотрите, насколько сильно изменился данный сайт. Я просто в шоке, его просто не узнать, серьезно. Как будто просто какой-то другой сайт сделали. Смотрите, здесь ведь есть Robux и Log Plus Pass, но это все, что будет скоро. Премиум Roblox у них можно будет покупать, групповой метод, хотя это я не знаю, как они будут делать. Лимитки можно будет у них покупать. Пока что у них доступен только трансфер Роблокс. И давайте посмотрим, что же это такое. Ага, количество робоксов. Что ж, давайте, допустим, купим 80 робоксов. Это у них стоит 32 рубля. В актуальное время ожидания, кстати говоря, 5 дней. Что ж, я это запомню. Ладно, игровой никнейм. Давайте, в принципе, введем наш никнейм. Winter Isaac Yeti. И все, вот, собственно, мой профиль. Ага, и выбираем наш плейс. Ну, слушайте, давайте выберем, допустим, free admin. Так, ага, смотрите, что нам сейчас нужно сделать. Установить цену VIP-сервис на 114 робоксов. Хорошо, сейчас будет сделано. Заходим сюда и выбираем цену 114 робоксов. И да, все, мы это сделали, ребят. Теперь проверяем. Да, VIP-сервер у нас стоит 114 робоксов. Возвращаемся на данный сайт, подтверждаем. Да, оплачиваем, получается, 32. Ага, нужно сначала зарегистрироваться. Сейчас все будет. Итак, все, я зарегистрировал аккаунт, и теперь я буду оплачивать. Вернусь уже, когда оплачу. Все, ребят, я все оплатил, мы возвращаемся, в принципе, на наш сайт. И что здесь у нас? Ага, ничего не понятно, ребят, я так и не понял, что тут произошло, история. Возможно, здесь, да, все, ребят, смотрите, заказ успешно выполнен. Так, давайте проверим. Ну, робоксы мне, понятное дело, еще не пришли, но давайте проверим, купился ли VIP-сервер. Да, ребят, смотрите, вот сейчас у меня написано, что должны прийти 91 робокс. Слушайте, ребят, значит, сайт у нас, в принципе, рабочий. И да, судя по всему, они купили, это все они сделали таким образом, что они покупают VIP-сервер. И получается, мне приходят робоксы. Смотрите, 91 робокс, получается, мне должен прийти от 3 до 7 дней. Соответственно, мы можем сделать вывод, что данный сайт снова рабочий, да, и вы можете все им пользоваться. Ну что ж, друзья, на этом мы будем заканчивать наш ролик. С вами был Кекси Винтер. Ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока! Пока и...